Привет, это канал Китай Онлайн, и сегодня у нас будет распаковка мышки для компьютера. Не помню, она проводная или беспроводная идет. Сейчас мы все это увидим. Запаковано хорошо. Так. На картинке были красивые такие мышки. Две заказал, одна проводная, другая беспроводная. Посмотрим, что тут у нас. О, какая красавица. Это у нас беспроводная получается. Что у нас тут? У нас тут не только мышка. О, наконец-то. Вот он идет такой. Можно на ключи. Похоже, пригодится. Так, здесь у нас все. Здесь у нас... О, петличка. Здесь у нас петличка. Звук проверим. Покажу вам, как нормально, ненормально будет. Так, петличку отложим. Это у нас что? Что это? А это у нас мышка, которая одевается на палец. Вот так вот. И ею управляешь. Тоже сейчас подключу все. Посмотрю, скажу вам. А это у нас мышка уже идет. У одного продавца просто заказывал, и все пришло в одной. Вот так вот он у него дружил. Вот она какая. Ну, на ощупь какая. Такая как прорезиненная типа идет. Крутится он. Ну, крутится свободно, но это у нас скорости, как я понимаю, меняются. Вот две кнопочки. Приемник. Все красивенькая мышечка. Тоже подключу, посмотрю. Все скажу. И вот, не заметил. Это переходник с мини HDMI на микро HDMI. Телефон просто у меня вот этот. Вот. У него есть разъем HDMI. Мини HDMI. Ой, микро получается. Вот, мини у меня есть. И вот, чтобы к компу подключить, посмотрю. Как, ой, к телеку подключить, чтобы посмотрю, как будет. Ну все, сейчас все подключим, посмотрю. Подключусь обратно и расскажу вам, что да как. Итак, ну все, я проверил, что я могу сказать. Мышка беспроводная, очень хорошая. Все работает исправно. Три скорости у нас, это переключатель скоростей все-таки. Три скорости идет. Все хорошо работает, отлично. Петличка записывает все хорошо. Отлично вообще. Просто вот даже на футболку ее повешал, и все, и нормально записывает на расстоянии. Хорошо, отлично. Но вот, это просто нечто. Я... Ну, как бы на картинке посмотрел и подумал, что вот так вот можно управлять. Вот. Оказывается, ей управлять можно только если ровненько вот так вот держать. Прям вот, вот чтобы вот эти вот подушечки прям ровно касались. Вот так вот только. Если водить, тогда управляется. И то бывает там через раз. Как бы, сами понимаете, это не очень удобно. Так все, колесико там крутится. Вот это хорошо исправно работает. А вот это... Это иногда западает. Получается, это правая, которая кнопка мыши. Она иногда западает. И не очень удобно. В общем, вот это я не советую. Мышку, петличку. Очень, очень хорошую. Берите. Ну, здесь, естественно, нужно батареечки ставить, две мизинчиковые. Но я вставил, у меня были. Все хорошо. Это работает, ну, без батареек. Я не знаю, может, здесь внутри они как-то. Но она... Сразу вот подключил, сразу работает. Просто как для опыта, чтобы, ну,
попробовать можете заказать. А так работать с ней, ну, вообще никак. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если понравилось. Пока.